Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Hey, всем привет и приветствую вас на канале Денчик Заценит. Если ты еще не подписан на мой канал, подписывайся. Тебе несложно, мне приятно. А сегодня мы посмотрим трейлер к игре Robocop 2023. Игра выйдет на пятой плойке, на Xbox и на компьютере. Это такая экшен-приключенческий шутер. Ну, Робокопа, я думаю, что знают все. И нет смысла объяснять, кто это, что это, почему и да и как. Поешь его знает от больших до малых, поэтому кто кушает, приятного аппетита, кто смотрит, приятного просмотра, а мы поехали. In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Disturbance? I'm a big fan. Графика желает, конечно, лучшего. Это Робокоп, это Робокоп, ёхает. We all saw it hesitate in a life and death situation. Why? Listen, I would trust this guy with my kids. I mean, if I had any. This was just an isolated glitch. Dead or alive, you are coming with me. Ой, лицо пока. Прям как в старых фильмах, сериале, блин. Видали это лицо и голос знакомый, не? Да, я надеюсь, что в этой игре будет такая фича, где он крутит пистолет на пальце и вставляет себе в бедро. Кстати, да, в конце он даже показывает свое лицо, и лицо реально, реально. С детства я помню, когда смотрел сериал, фильм. Я аж подавился слюной. Знаете, что у меня просто такое, ну... Мужик, короче, умирает, да, его все равно заставляет ходить на работу. Вот в этом. Да, кстати, я недавно тоже думал о Робокопе, чтобы можно было что-то посмотреть, поиграть или что. И тут хуяк. И игруля выходит, по крайней мере, я сегодня трейлер увидел. Ностальгия, да. Все выглядит так квадратно, дешево. Но мне почему-то кажется, что они замутили эту игру под олдскул малек, поэтому она так и выглядит. И из-за этого, может быть, я только захочу поиграть. Будем ждать июнь 23-го года, если мы дождемся. Реально, это такая классика, ностальгия. И, может быть, даже, знаете, хотелось бы глянуть Робокопа вот именно в том старом. И все. Не то, что было новое, последнее снято, это говно, это реально... Просто ужас, я зря его смотрел. Просто ужас. Так что я думаю, что да, прикольненько. Если бы сюда еще влепили бы саундтрек с фильма, это было бы вообще пушка-бомба такая, что просто сольку вот так вот можно сыпать, знаете, вкусненько. Так что да, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не потерять, ну и конечно же до будущих.